Ребята, всем привет! С вами Вика. И сегодня будет такой обычный формат, обычная болталка. У нас сегодня прекрасная погода, солнышко на улице. Впервые за несколько недель, пожалуй. Вот, я решила вам сделать такую видеоболталку и решила вам ответить на вопросы, которые вы задавали под прошлым видео. Кстати, кто не смотрел прошлое видео, это была выставка в лесу, и по вашим комментариям я поняла, что, ну, получилось классно. Вот, хотя было мало просмотров, ну, может быть, они еще наберутся, но те, кто посмотрели, остались, я могу сказать, в полном восторге, потому что столько комментариев прям приятных. Я тут вчера летала, вот, и в течение этого видео парочку из этих комментариев я, конечно же, даже зачитаю. Вот. А также отвечу на некоторые ваши вопросы и расскажу, как же все начиналось, где я училась рисовать, вот, как вообще все это организовалось и кто мне в этом помог. Так что начинаем. Но прежде чем я начну это видео... А, кстати, если вы досмотрите это видео до конца, то в конце ждет вас небольшой сюрприз от меня, так что смотрите до конца. Вот. Ребят, я уже практически один год тут на просторах интернета, на просторах Ютуба, и хочу попросить вас, моих зрителей, которые смотрят меня регулярно, но до сих пор не подписаны на канал. Я знаю, что таких много, таких 70%. Я вчера смотрела свою статистику. И для тех, кто не знает, да, ну как не все люди об этом знают, чтобы стать партнером Ютуба, нужно набрать 1000 подписчиков и 4000 часов просмотра. Так вот, с просмотрами у меня все замечательно, около 10 тысяч, а может быть уже и больше. Вот, а подписчиков у меня всего 930, и они все никак не подписываются. Так что, ребят, прямо сейчас нажмите вот эту вот кнопочку, которая для русскоязычного пространства подписаться, а в Германии она называется абонирован. Это вас ни к чему абсолютно не обязывает, вы в любой момент можете отписаться. Это або, но оно вам ничего не стоит. Вот. И также там колокольчик есть, тоже его нажмите, и вы тогда никогда не пропустите мое новое видео. Вот. Пожалуйста, уже до 1000 осталось прям буквально 70 человек. Я тут уже сижу, ручки потираю, потому что ужасно этого хочется. Я год уже к этому иду. Такая фляйзиги мэтхин, прям стараюсь день через день, когда через три выкладывать видео. Ну, во всяком случае, рабочий процесс, он как бы ежедневный. Ежедневное что-то снимаю, и когда видео собирается, я делаю блог и вам выкладываю. Вот, общаюсь с вами. У меня самый лучший зритель, это так на самом деле, потому что за год у меня нет ни одного постоянного хейтера, чем я прям очень сильно довольна. Вот, а те девочки и мальчики, которые меня смотрят, ну прям безумно красивые комментарии, ну как красивые, душевные пишут, очень приятно. Вот, так что, пожалуйста, подпишитесь на канал, это не стоит ничего. Вот, но вы не пропустите новое видео от меня. Вот, сказала. Вот, ну и давайте теперь немножечко о выставке. Вот, я к этому очень долго шла, меня немножко подталкивал мой друг Витя, он постоянно говорит, что «Вика, у тебя такие картины, ну почему ты их не показываешь? Ну давай сделай выставку». В общем, я хотела организовать выставку, если кто смотрел мои прошлые влоги, но сейчас из-за всей этой ситуации это практически невозможно. То есть даже если я выставлю, неизвестно, в каком месяце нас закроют на очередной локдаун, и возможно, что это будет тот месяц, когда будет моя выставка. А организация новой выставки, да, это хороший вклад, потому что, кстати, рисование в Германии это очень дорогое хобби. Холсты, краски, кисти, это все стоит, ну, приличных денег, если говорить о том, что картина идет на продажу, то есть, если самому так где-то, ну, для домашних нужд, для себя рисовать, то можно взять и холст подешевле, и краски попроще, но когда я рисую картину, пишу, рисую, кстати, акрилом рисуют, поэтому я буду говорить рисую, я стараюсь купить такой холст, который не поведет, краски, которые не выгорят, понимаете, то есть я очень ответственно к этому всегда относилась, если я картину продаю, то у нее должно быть качество, квалитет, чтобы не получилось так, что у человека эта картина там год-два провисела и раму саму повело, потому что дешевый квалитет, дерево высохло и картина стала кривой. То есть вот в этом дело, что как бы найти время порисовать, это да, но хочется же и отдачу, да, хочется же что-то с этого поиметь, так скажем, да, ну реально, если смотреть на вещи. Вот,
Поэтому пришлось отложить до лучших времен, но организовать выставку вот так вот на лоне природы, да, это была не моя, кстати, идея, но это была Витина идея, это Витя, кто Витя? Это тот человек, который мужчина, который часто у меня во влогах появляется, и все спрашивают. Вот вам здесь прямо и отвечаю на вопрос, это друг семьи, мы дружим больше 10 лет, мы, кстати, недавно пытались посчитать, сбились со счета, короче, не знаю, когда Леону, мы познакомились, когда Леону был годик, сейчас Леону 14, соответственно, лет 13 мы уже дружим. Да, это друг Ивана и мой друг, какое-то время мы общались, какое-то не общались, вот, но поскольку сейчас мы как бы соседи, то мы общаемся, соответственно, больше. И это была чисто его идея, вот в лесу, на открытом пространстве, вот, он очень сильно мне помог в организации, да, то есть это все картины, они очень тяжелые, их нужно было собрать, их нужно было отвезти, их нужно было развесить, да, или развешать, всегда вот эти слова, и в некоторые моменты я реально сдавалась, ребят, потому что мы приехали в лес, где должно быть, по идее, тихо, но рядом прилегающая дорога, она превратилась буквально в этот час в автобан, и там без конца ездили машины, создавая, ну, вообще нереальный шум такой. По задумке я должна была немножко о каждой картине рассказать, да, ну, там буквально пару предложений, но у меня вышло пару слов, потому что этот шум, он все перебивал. Потом я хотела, потом мы решили так, что пару слов, а потом я как бы наговорю этот текст уже дома. Вот, но когда я монтировала видео, у меня не подключался ни один микрофон, поэтому пришлось просто наложить музыку, да. У меня такое чувство было, что Мерфи стоял вот прям рядом за мной, и вот эти палки в колеса прям вот и ни одну, и ни в одно колесо. Ну ладно, все равно все получилось. Вот, и следующий прикол был, что когда мы уже картины развешали, пошел дождь, пришел туман. Вот, но это не самое страшное, да? Пришел этот мужик, который пилит деревья. Вот именно в этот час. Ну, алло, как? Вот, и начал пилить эти деревья. Это, конечно, такое эхо, такой шум на весь лес. Тут я уже все, говорю, так, все, я больше уже ничего не хочу, давай в следующий раз. Но он такой, нет, раз мы уже сюда приехали, мы все сделаем до конца. А потом ты будешь сидеть 2 дня и монтировать, что получится, то получится. Так что вот, ребята, про моего режиссера. Вот он, кстати, очень ответственно ко всему всегда относится. Если он что-то начал, он доделывает до конца. Вот, я бы честно бросила, потому что, ну, столько препятствий, ну, куда, да? Вот, так что, Витя, тебе большое спасибо огромное за организацию этой выставки. А то как-то нехорошо все комментарии мне, а про тебя вот ничего. На самом деле, очень хорошо человечек помог. Вот, потом суп с котом. Ну и теперь, пожалуй, я зачитаю пару комментариев, да, которые вы мне писали. Простите, все зачитать не могу, они все прекрасные, но я вот сейчас вот быстренько просто выберу парочку, потому что, ну, время ограничено, сами знаете, да, никто 40 минут меня смотреть не собирается. Допустим, вот мой дневничок Ольга Мир пишет: «Инсталляция с корабликами, у меня просто нет слов, ну как можно удивить бумажными корабликами, это же так, забава для детей, мое видение до посещения выставки твоей фотокартины, это что-то очень круто, у меня нет слов описать свой восторг», то есть, ну, для меня это неожиданно, да, то есть, ну, круто, спасибо, Оля, спасибо. И тут же Оля опять пишет: «Вика, привет, ты талантище, я в таком восторге, картина супер, спасибо тебе за такую замечательную выставку». Спасибо, Оля, очень приятно. Вот, или канал «Красота спасет мир». «Какой красивый лес на фоне. Пересмотрела еще раз картины. Здорово. За какой период времени были написаны эти картины? У нас достаточно картин в доме. Тоже очень приятно». Канал «Света в Инете, Бавария». «Вика, привет. Смотрела видео на одном дыхании. Каждая работа уникальна по-своему. Но раз ты спросила написать, меня вдохновила 13-я картина». «Дневник домохозяйки», тоже замечательный канал, вот такой. «Викусечка, привет, моя дорогая, какая ты умничка, я так ждала эту выставку, в каждой картине передается твое настроение, это твоя душа, это частичка твоей жизни, спасибо, моя девочка, это прекрасно». Так приятно вот такие вот слова читать, правда. Для меня это неожиданно, то есть, когда я делала выставку,
Я совсем не думала, что мне будут вот такое писать. Это прям очень приятно. Оксана пишет. Здравствуйте, Виктория. Классные картины. Каждая с глубоким смыслом. Мне очень понравились. Вы большая молодец. Пишите дальше, ведь в написании очередной картины вы можете выразить свои мысли, эмоции, чувства. Это я знаю по себе, так как тоже рисую. Да, это действительно так. То есть рисование для меня это не просто техника. Вы видели, да, у меня там рисунков практически нет. У меня просто холст и цвета какие-то там. Вот, это такое самовыражение, это такая терапия. И вы знаете, когда я рисую, я настолько погружаюсь в этот процесс, что если меня кто-то вырывает оттуда, да, позвонили в дверь, телефон, или просто кто-то зашел в комнату, мне даже физически больно становится. То есть ментально я вся в этой картине, в краске. Для меня это так вкусно, понимаете? Это не передать словами, какие ощущения я испытываю, когда рисую. Вот. Но, к сожалению, сейчас я последний год не рисовала. Сейчас перейду, наверное, уже к ответам, да, к ответам на ваши вопросы. Вот, где и как я научилась рисовать? Ну, я посидела, повспоминала, и, скорее всего, что, как бы это ни звучало, но к рисованию приучила меня мама. Когда я была маленькая, она постоянно мне покупала краски, акварель. И были просто вот тетрадки, помните эти, в клеточку, в линеечку, зелененькие такие вот, а с другой стороны таблица умножения была. Вот, я эти тетради просто изрисовывала. Я ничего не рисовала, а просто цвета смешивала. То есть всю тетрадку я могла просто посмешивать цвета. И мне вот именно этот процесс нравился больше всего. Вот, но она как бы приходила, смотрела, ой, молодец, ой, как классно получилось. Она ничего не понимала, я тоже ничего не понимала, только вот с годами, что в живописи важно понять цвет. То есть сам рисунок – это уже техническая часть, и ей можно научиться. А именно видеть цвет и работать с цветом – вот это самое главное. Вот. И у меня большой опыт был с детства, потому что все мои рисунки – это была каля-маля с цветом. Когда я стала чуть постарше, моя подружка Инна, ее мама отдала на кружок рисования, так недалеко от дома. Я помню, что она принесла мне картинку показать, и там был цирк Шапито, что ли, и было нарисовано гуашь. Господи, я влюбилась в эту ее картинку, до сих пор помню. Я побежала к бабушке, я говорю, бабуля, я хочу идти на рисование, отдай меня на это рисование. Вот, и прошло совсем немного времени, в общем, я уже рисовала, я уже ходила на этот кружок, к сожалению, не очень долго, потому что там что-то развалилось, что-то не получилось. Я рисовала дома, вот, а потом, ну это тоже так вот, отрывками, то рисовала, то не рисовала. А потом уже более в старшем возрасте, когда мне было лет 11 или 12, может быть, даже 14, в общем, я вернулась к этому делу и поняла, что как раз вот этот пубертет, знаете, когда вот эти эмоции, когда все вокруг бесит, тебя никто не понимает, ну, все проходили, да, этот период. И вот здесь я нашла себя в рисовании, что это конкретно мне помогало отвлечься, как-то развеяться, и я поступила в художественную школу при музее имени Невзоры в городе Семипалатинске, тогда он еще был Семипалатинск, и проучилась там 4 года, и моей целью было поступить на худграф, я так бы как бы и шла, но я не поступила, потому что мне не хватило баллов, где-то я уже рассказывала, а платная не поступила не потому, что рисунок у меня был плохой, а потому что я плохо знала историю Казахстана, вот. А на платное отделение это стоило больших денег, это был 2001 год, насколько я помню, как раз вот после этих сложных 90-х, и оплачивать обучение, ну, как бы не по карману было. Вот, ну, тогда я пошла учиться на медсестру, как-то отучилась, и да, но вот эта вот мысль, она как бы всегда сопутствовала, да, что я хочу. И когда я приехала в Германию, как-то я шла по магазину, я больше не рисовала вот эти 3-4 года, это была огромная пауза, и как-то здесь мы шли по магазину, и в Ангиботе по скидке валялись там какие-то краски, акрил, я помню. Я никогда не рисовала акрилом, но они были такие яркие, что я прям захотела их взять. Я пришла домой, и какой-то у меня был картон, даже бумаги не было, и на картоне начала там что-то потихонечку рисовать, знаете, и мне так понравился процесс, потому что краска была по
отношению к гуаше, которую я всегда рисовала, она была такой яркой, насыщенной, это прям были мои цвета такие. Все. И вот с тех пор, да, я постоянно покупала себе альбомчики, краски, ну, рисовала так себе, между делом. И вот настал какой-то там 2014 год. Я даже не помню, с чего и как это началось, и я решила, что а почему не попробовать нарисовать что-то стоящее, что-то дельное, да? Вот смогу или не смогу. И тогда, не имея ни одной картины, я услышала, что у нас в городе, там можно организовать выставку. И я поставила термин на выставку ровно через год. Понимаете, у меня был год, чтобы нарисовать эти картины. Вот, потом как-то так все сложилось, что мне удалось снять небольшое помещение. Это была как бы моя студия, где я могла вот прям все свое свободное время посещать именно рисованию. Так, короче, все, я опять начала длинно говорить. И, в общем, да, ровно через год эта выставка состоялась. Это был прям такой полет души для меня. Я очень сильно волновалась, как вот люди воспримут, да, все это. Потому что, ну вот, я такой перфекционист, я всегда собой недовольна, всегда недовольна своей работой. И вы не представляете, как для меня вот эти вот это чувство показать свое, потому что я уже говорила, каждая моя работа – это отражение меня и моей души. Это было словно раскрыть душу перед чужими людьми, это как бы голой стоять. И у меня был такой страх, у меня была такая паника. Я помню, что для представления себя и своей выставки, то есть это все было прям официально, да, у меня был текст написанный, выученный. И вот, когда уже выходить, да, я уже стою в дверях, я его 100 раз, понимаете, я его наизусть ночью разбудите, я его знала. Но когда я стояла уже в дверях, я понимаю, что я забыла все, каждую букву. Я быстренько распечатала свой текст в папочку. Думаю, если это случится на выставке, уже прям там я всегда смогу прочитать. И я читала, потому что я поздоровалась, и все, я полетела. В голове пусто. Это был кошмар. Но это была, с одной стороны, катастрофа. Ну как, ты стоишь, я не знаю, там в зале было около 50, наверное, человек. Все ждут от тебя речи, а ты такой... С чего начать? Вот, ну, благо, что была эта бумажка. Вот. После этой выставки была еще одна и вторая. То есть те картины, которые я вам предоставила на предыдущей выставке в лесу, это все остатки тех картин, которые участвовали на выставке. Большая их часть продалась, а вот все, что осталось, просто я вам решила показать. Вот. Так что ответила на ваши вопросы. Училась я рисовать в школе, но это было как бы не профессиональное обучение. Мы в основном так приходили туда баловаться. Честно, у нас там было очень много ребят, и как бы это времяпровождение было. Я не скажу, что как бы чему-то профессионально меня там научили, очень-очень честно. Ну вот, я ответила на ваши вопросы. Если у вас будут еще вопросы, всегда задавайте их внизу в комментариях. Как вы видите, я стараюсь ответить практически на каждый комментарий, хоть он с вопросом, хоть он без вопроса. Как бы мне самой, если я пишу где-то комментарий, очень приятно ответить от... Приятно получить от автора ответ. Даже если мне сердечко ставят, что мой комментарий прочитали, мне уже самой приятно. Думаю, что вам точно так же, да? Вот, а еще сегодня пришел комментарий, он такой с приколом. Ребят, если вы не видели еще выставку, обязательно сходите на прошлое видео и посмотрите. Светофор Бонифаций. Так, кажется, правильно называется канал. А мне слоны понравились, картина получилась светлой и доброй. Только не понял, почему маму слониху называете слоненком? Ну, вы знаете, потому что, когда эта картина рисовалась, мой слоненок был еще вот такой, а мама была вот такая, сейчас наоборот. Вот, еще на один вопрос ответила вам. Ну, и теперь пришло время для сюрприза, который я вам обещала. Я решила... Поскольку вам выставка понравилась, и многие из вас писали, что все картины вам понравились, поэтому я решила сделать одному из своих зрителей отличный подарок. А вот кому именно, я еще не знаю. В общем, я решила организовать как бы небольшой конкурс, но это даже не конкурс.
В общем, я решила одну из своих картин подарить своему зрителю. Господи, как это сложно-то! Ребята, если вы хотите получить вот эту картину в подарок, посмотрите, какие кораблики, какая она яркая, нарядная, то переходите в предыдущее видео, то есть в то видео о выставке, и пишите снизу комментарий, да, я хочу эту картину. То есть я бы могла и просто так сделать, но, во-первых, может быть, вы и не хотите эту картину, может, она вам к интерьеру не подходит, или вы вообще как бы против такой идеи. Так что, кто хочет получить вот эту картину в подарок, по Европе я могу послать всем и каждому, в Казахстан тоже могу послать, и в Россию тоже могу послать. Ну, будет долго идти, конечно, но дойдет когда-нибудь. Так что переходите в предыдущее видео и пишите простой комментарий. Я хочу эту картину. Да, я хочу. Или там, как сами хотите. Да, я бы не против получить эту картину и так далее. Жмите лайк обязательно. И если вы еще не подписаны, то подписывайтесь на канал. Вот. То есть моему подписчику, который поставил лайк и который подписан на мой канал, я с удовольствием пошлю вот эту самую картину. Как-то так сказала. Ребят, первый раз такое делаю, поэтому извините за винегрет. Ну, а здесь пишите, как вам такая идея. Но если вы хотите получить картину, то видео о выставке, лайк, подписка и комментарий «Я хочу эту картину». Пожалуйста. Вот, посмотрим, хотите ли вы или нет, потому что, ну, может быть, никому и не надо. Вот такая неуверенная в себе женщина. 37 лет, а вот вообще неуверенная в себе. Да, ну и теперь следующая тема о продаже картин. Ребят, каждая картина, которую я вам показала, она находится в продаже, кроме той, которая закат. Мне ее строго-настрого запретили продавать, которая 10-я, кажется, которая больше всех всем понравилась. Вот, это такой мой своеобразный талисман. Если вы смотрели видео, то эта картина посветила нам ярким светом, осветила путь, поэтому эта картина не продается, она останется навсегда в моей коллекции. А все остальные картины, пожалуйста, если вам какая-то понравилась, если вы хотите, допустим, не себе, а кому-то на Рождество, на Новый год сделать, или на день рождения сделать такой подарок, картина, она как бы является очень хорошим подарком, потому что сам себе как бы всегда жалко, а если подарят, то всегда пожалуйста, да? Так что не стесняйтесь, пишите в комментариях. Цены я специально прописывать не буду, но скажу так, что миллион они не стоят, да, то есть, ну, вполне демократичные цены, а также со мной можно еще это поторговаться. Вот, буду ждать, возможно, кто-то из вас и захочет. И также хочу сказать, что средства от каждой проданной картины пойдут моему папе на лечение. То есть я сразу же деньги от продажи этих картин отправлю папе в борьбе с онкологией, потому что как бы в Казахстане это все бесплатно, да, но так как он не работает сейчас в данный момент, там нет никаких страховок по больничному, да, как у нас здесь в Германии. Поэтому, ну, мы стараемся немножко помогать деньгами, много тоже, к сожалению, не можем, да, сейчас я нахожусь немножко в сложной ситуации, вот, поэтому, если бы получилось что-то с продажей, как бы, я бы ни единого цента себе не оставила, все бы отправила папе сразу бы, поэтому задумайтесь, возможно, вы захотите мне даже в этом помочь, хотя, не знаю, мне как-то вот стыдно об этом просить, не такой человек, да, чтобы вот, о, купите там этот, нет, ну, вот такая идея просто у меня возникла, я ее пообсуждала с некоторыми людьми, да, со своими знакомыми, они, ну, почему бы и нет, да, вдруг получится, вот, так что, ребят, буду ждать ваших сообщений, вдруг, да? И как мне сказали, лучше попробовать, и пусть это не получится, чем не попробовать, и тогда не узнаешь, получилось бы это или нет. Так что вот, ребята, всех люблю, всех целую, вы у меня самые лучшие, самые золотые, самые дорогие. Жду ваших комментариев. Всех люблю, всех целую. Пока-пока, всем отличного настроения сегодня. Посмотрите, какое солнце. Всем, как у меня настроение.
Пока-пока!